Эфир 24KZ продолжает утренняя информационная программа. В студии работает Диана Сапарбекова. Здравствуйте. Сегодня в столице Франции стартует 5-й соревновательный день летней Олимпиады. На аренах в Париже спортсмены разыграют 19 комплектов наград в 10 видах спорта. Первой среди казахстанцев в борьбу за медали вступит Мария Дмитриенко в стендовой стрельбе. Далее в дзюдо выступит Аблайхан Жубаназар, чуть позже Эсмигуль Куюлова. Сегодня также в Париже ожидается казахстанский пловец Адильбек Мусин. Он поплывет 100-метровку вольным стилем. Представит на нашу страну и Ильфат Абдулин. Он будет участвовать в соревнованиях по стрельбе из лука. Вечером казахстанские болельщики смогут наблюдать за боксом, где Нурбек Уралбай встретится с соперником из Австралии, а Сакен Бибосынов поборется за медаль с турецким боксером. К другим темам. Общий объем емкостей для хранения зерна в Казахстане составляет 30 миллионов тонн. Из них больше 13 миллионов в элеваторах, свыше 16 миллионов у сельхозпроизводителей. Сегодня в стране ведут активную работу по подготовке материально-технической базы к приемке нового урожая. Ранее в Минсельхозе упоминали, в этом году благоприятные погодные условия позволяют прогнозировать урожай выше среднего. Есть вероятность получения рекордного объема зерна. Ведомстве отметили, мощностей элеваторов, зерноскладов, зернохранилищ достаточно для хранения среднегодового объема урожая и переходящих запасов зерна. В целом, имеющиеся емкости хранения, они как бы более чем достаточны для хранения зерна будущего урожая, а также переходящих запасов. Или за последние 10 лет объем емкости хранения увеличился на 7 миллионов тонн. Да, такая тенденция есть, она из года в год увеличивается. Строится в основном сельхозтоваропроизводителями в северных регионах, зерносеющих. Это Акмолинская, Кустанайская и Северо-Казахстанская области. В этом году введено в эксплуатацию порядка больше 100 тысяч тонн. Уборка зерновых началась в Тулебийском районе Туркестанской области. В этом году там засеяли 22 тысячи гектаров пшеницы и ячменя. Несмотря на дождливое лето, аграриям удалось достичь хорошего урожая. В среднем он составляет 22 центнера с гектара. О ходе уборочной страды расскажут наши корреспонденты. Тулебийский район расположен в горной местности. Весна здесь наступает поздно, а лето бывает дождливым. Несмотря на непростые климатические условия, в районе развито земледелие. По словам руководителя местного хозяйства Уалихана Ештаева, урожайность в этом году высокая. Земля здесь требует особого ухода. Спахиваем по несколько раз и только потом сеем. Это стекловидный сорт озимый. Лето у нас было дождливым и ветреным, но, как видите, стебли пшеницы крепкие. Это очень устойчивый сорт. В этом году в Тулебийском районе засеяли 15 тысяч гектаров пшеницы и более 7 тысяч гектаров ячменя. На сегодняшний день успели убрать 2 тысячи гектаров сельхозугодий. Урожай озимый составил 5 тысяч тонн. Еще столько же собрали ячменя. По данным акима района Тулегена Телгараева, в уборочной страде задействованы 500 единиц. В прошлом году мы собрали 43 тонны урожая зерновых культур. В этом году планируем довести этот показатель до 50 тысяч тонн. 35 тысяч тонн пшеницы и 15 тысяч тонн ячменя. Увеличить урожайность удалось благодаря применению современных технологий. Главное вовремя провести уборку, иначе пострадает качество урожая. Всего в Туркестанской области засеяли 280 тысяч гектаров злаковых культур. Около 200 тысяч из них – пшеница, остальное – ячмень. По словам руководителя отдела областного управления сельского хозяйства Ахтори Тюмибека, на 230 тысяч гектарах земли жатва уже завершилась. Аграрии собрали 570 тысяч тонн урожая. Всего планируем собрать 716 тысяч тонн зерновых, 1/5 часть из них ячмень, остальное пшеница. В прошлом году средняя урожайность составила 17 центнеров с гектара. В этом году существенно больше, 25 центнеров с гектара. По словам аграрии, в этом году они в достаточной мере обеспечены горюче-смазочными материалами. На весенние полевые работы им по льготной цене выделили 30 тысяч тонн ГСМ, а на проведение уборочной страды 23 тысячи тонн. Ербул Абишев, Жандос Жумабек, Куаныш Абуов из Туркестанской области, 24KZ.
Пока в южных регионах собирают урожай, на западе страны подсчитывают убытки. 95 миллионов тенге потеряли аграрии Жилуойского района Атрауской области из-за паводков. Вышедшая из берегов река Жем смыла уже засеянные сельхозугодья. Земледельцам пришлось заново проводить полевые работы. Всего они освоили 135 гектаров земли. Изимгали Карабалиев занимается бахчеводством более 30 лет. Весенние полевые работы в этом году выдались как никогда сложными. Вышедшая из берегов река Жем подтопила 30 гектаров сельхозугодий. Убытки перевалили за 30 миллионов тенге, рассказывает земледелец. Наше хозяйство занимается выращиванием бахчевых и овощами. Сажаем дыни, арбузы, картофель, морковь и баклажаны. Во время паводков 30 гектаров засеянных сельхозугодий смыло. Пришлось ждать, пока почва подсохнет. Обычно арбузы поспевали к концу июня, но в этом году урожай еще не поспел. В Жилуойском районе площади сельхозугодий составляют 245 гектаров. Здесь во время паводка подтопило более 100 гектаров земли. Остальные 135 гектаров пришлось осваивать заново, говорит руководитель районного отдела сельского хозяйства Нуртас Куатбаев. Согласно утвержденному регламенту, была создана специальная комиссия. Мы выезжали в 4 хозяйства, которые пострадали от паводков, составили акты, заполнили протоколы, подсчитали убытки. Документы направили в вышестоящие органы, но деньги еще не поступили. По подсчетам комиссии, убытки земледельцев Жилуойского района составили 95 миллионов тенге. В отделе сельского хозяйства заверяют, что хозяйствам выплатят компенсацию. Елизавета Шальна, Асланбек Шигыр, Айбек Байзаков, Атырауская область, 24 КИЗ. Нашествие ильмового листоеда переживают жители Кызылорды. Насекомые поедают зеленые насаждения и проникают в квартиры горожан. От полосатых жуков пострадали сотни деревьев. Крошечные вредители стали настоящей угрозой для местной флоры. Как решают проблему местные власти, узнавала моя коллега Райхан Тажибаева. Осенний листопад в разгар лета наблюдают жители городских микрорайонов. Полчища листоедов атакуют деревья. От насекомых пострадали даже самые выносливые карагачи. Способные пережить засуху и 50-градусную жару, сейчас они представляют жалкое зрелище, говорят кызылординцы. Деревья потихоньку умирают. Ни воды нет, ни обрезки, ни обработки. А еще эти жуки. Спасения от них нет. В начале лета личинки поели листья, а теперь взрослые особи досаждают людям. Нужно принимать меры, пока деревья не погибли. Деревья все облеплены этими жуками. Они и на улице, и в подъезде, и дома. Такая картина уже не первый год. Невозможно пройти, не то чтобы посидеть в тени. Для людей ильмовый листоед опасности не представляет. А вот деревья, говорит ученый-биолог Самалбек Косанов, могут погибнуть. Кандидат сельскохозяйственных наук предлагает свое решение вопроса. К защите зеленых насаждений нужно подходить комплексно. Это не только грамотная обрезка и обработка, это еще и уход и обновление, которых, к сожалению, нет. Как результат, снижение иммунитета деревьев. Чтобы исправить положение, необходимо сделать 3 вещи. Обработку от вредителей, инвентаризацию деревьев и их мониторинг, чтобы выяснить, где и когда требуется обновление. Местные власти мнение ученого взяли на заметку. Пригласили специалистов лесного хозяйства и исследовательского института защиты и карантина растений, которые проведут лесопатологические исследования, а пока приступили к обработке деревьев. Мы ежегодно выделяем деньги порядка 15-18 миллионов тенге. Работа проводится, но очень надо все-таки кропотливая, очень трудозатратная, очень тяжелая. Я думаю, что в результате вот нашей работы совместно с учеными, специалистами, мы сможем продлить срок, скажем, жизни наших зеленых насаждений. С помощью ученых местные власти намерены не только избавиться от вредителя, но и решить другие проблемы, связанные с озеленением областного центра. Райхан Тажибаева, Хан Алиев, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылорда, 24 КИЗ. К новостям в мире. Дональд Трамп заявил о готовности провести предвыборные дебаты с Камалой Харрис. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox. При этом вице-президент еще не является официальным выдвиженцем от Демократической партии. Между тем, общенациональные опросы газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Сиена Колледж» показывают равный уровень поддержки Трампа и Харрис у электората. За республиканца отдают предпочтение 48% опрошенных, за демократку 47%. Президент
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что от демократов на них пойдет действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден. Но после его провала на дебатах с Трампом в Атланте, политик решил выйти из президентской гонки. Венесуэльцы вышли на протесты против результатов выборов президента, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. Протестующие жгли покрышки и мусор в центре Каракаса. Были и столкновения с полицией. Демонстранты бросали в силовиков камни и зажигательные смеси. Беспорядки зарегистрировали и в других штатах страны. Сообщается о хакерских атаках на системы ЦИКа. Напомню, 29 июня Николаса Мадуро официально объявили победителем выборов, на которых политик набрал 51% голосов. Оппозиция Венесуэлы заявляет о подтасовке результатов и о наличии доказательств победы их кандидата, который получил, по их сведениям, 70% голосов избирателей. Вместе с тем ЮНЕСКО пополнила список всемирного наследия новыми объектами. В основном это природные заповедники, исторические парки и туристические достопримечательности. Тему готова продолжить международный обозреватель Сандугаш Байгуаныш. Сандугаш, доброе утро. Вам слово. В числе новых объектов ЮНЕСКО числится торфяное болото Шотландии, а также шанхайский заповедник перелетных птиц. Их я представлю в сегодняшнем обзоре. Впервые в мире список всемирного наследия ЮНЕСКО включили торфяное болото. Объект под названием Flow Country находится на севере Шотландии и считается самым крупным покровным болотом в северном полушарии. Так его описали представители ЮНЕСКО в Нью-Дели, где сейчас проходит 46-я сессия Комитета всемирного наследия. Известно, что за счет низкой температуры и высокой влажности торф в шотландском болоте Flow Country практически не разлагается и поглощает большое количество СО2. По последним данным, торфяник удерживает 400 миллионов тонн углерода. Это больше, чем могут вобрать в себя все леса Великобритании, говорит представительница Королевского общества защиты птиц. Flow Country составляет 5% всех торфяных болот в мире. При этом он находится в действительно хорошем состоянии по сравнению с другими торфяниками. Торф формировался в нем больше 9000 лет. Это замечательный пример того, как может выглядеть торфяное болото спустя долгие годы и какие виды птиц здесь можно найти. Одни из самых распространенных – краснозубая гагара и золотистая ржанка. А среди других новых природных объектов ЮНЕСКО – шанхайский заповедник перелетных птиц Чунмин-Дунтань. Он является частью крупнейшей в мире системы водно-болотных угодий. Через них мигрируют больше миллиона птиц в год. На территории заповедника гнездятся 300 видов пернатых. Из них 78 находятся под национальной защитой из-за угрозы вымирания. То, что нашему заповеднику присвоили статус объекта всемирного наследия, повысит осведомленность людей во всем мире о важной роли водно-болотных угодий. Они снижают риски возникновения стихийных бедствий, помогают в сохранении биоразнообразия, в очистке воды и поддержании экологической безопасности в городах. Еще одна китайская достопримечательность теперь в списке всемирного наследия, только уже из области культуры. Это Пекинская центральная ось, своего рода архитектурный ансамбль, протяженностью в почти 8 километров. В комплекс входят бывшие императорские дворцы и сады, древние церемониальные и общественные здания. Пекинская центральная ось считается самым масштабным градостроительным объектом в Китае. Его строили и улучшали больше 700 лет. Сегодня это место привлекает не только местных жителей, но и тысячи туристов. Если сравнить фотографии Пекинской центральной оси, которые я сделал 10 лет назад с последними фотографиями, то можно увидеть значительные изменения. Я думаю, что жизнь за время строительства этого комплекса сильно улучшилась как материально, так и духовно. Посмотрите, как хорошо она сохранилась. Я просто не могу перестать делать снимки всех этих зданий.
В Италии тоже немало исторических памятников. Копилка наследия ЮНЕСКО пополнилась древнеримской Аппиевой дорогой. Для итальянцев это уже 60-й объект в списке. Такого количества нет больше ни у кого. Протяженность античной дороги больше 800 километров. Изначально она служила военной магистралью, а позже через нее начали развивать торговые и культурные связи с Грецией, Египтом и Малой Азией. Маршрут Аппиевой дороги проходит по десяткам населенных пунктов и парков. В них, по данным Евроньюз, археологи 25 университетов ведут раскопки. По последним данным ЮНЕСКО, каждый третий природный объект и каждый шестой культурный находится под угрозой из-за изменений климата. Жара, засуха, лесные пожары, ураганы и наводнения. От всех явлений защитить памятники практически невозможно. Сегодня высокому риску деградации подвергаются 60% лесов из списка всемирного наследия, а также 2/3 морских объектов. Поэтому ЮНЕСКО призывает страны адаптироваться к последствиям стихийных бедствий и к восстановлению после них. На этом у меня все. Диана, возвращаю эфир. Спасибо. Напомню, Сандугаш Байгуаныш поделилась информацией в рубрике «Контур мира». Список всемирного наследия ЮНЕСКО могут пополнить и казахстанские объекты. Это плато Устюрт и подземные мечети Мангистау. Большие шансы попасть туда есть и у красивых казахских традиций Салбурын и Беташар. Вопрос сейчас прорабатывается. Об этом рассказали представители международной организации. Под ее защитой находится пока только 6 казахстанских объектов. Самые значимые из них – это мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи. В прошлом году Казахстан избрали в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО до 2027 года. В состав также вошли еще 8 новых членов, среди них, например, Республика Корея и Турция. Межправительственный комитет, к слову, является одним из наиболее важных и влиятельных руководящих органов организации. Данный комитет является главным органом в мире, который занимается вопросами защиты наследия в целом в мире. И на самом деле для Казахстана это большая честь быть одной из 21 страны, которая принимает решения по включению новых заявок, которая рассматривает отчеты по сохранности объектов в мире. Вы смотрите новости на 24KZ. Напомним, что сегодня в столице Франции стартует 5-й соревновательный день летней Олимпиады. На аренах в Париже спортсмены разыграют 19 комплектов наград в 10 видах спорта. Первой среди казахстанцев в борьбу за медали вступит Мария Дмитриенко в стендовой стрельбе. Далее в дзюдо выступит Аблайхан Жубаназар, чуть позже Эсмигуль Куюлова. Сегодня в Париже также ожидает казахстанского пловца Адильбека Мусина. Он поплывет 100-метровку в вольным стилем. Представит нашу страну и Ильфат Абдулин. Он будет участвовать в соревнованиях по стрельбе из лука. Вечером казахстанские болельщики смогут наблюдать за боксом, где Нурбек Уралбай встретится с соперником из Австралии, а Сакен Бибосынов поборется за медаль с турецким боксером. Тем временем голливудские актеры бастуют против угрозы распространения искусственного интеллекта в индустрии видеоигр. Они обеспокоены тем, что игровые студии используют генеративный ИИ для воспроизведения их голосов и внешности при анимации персонажей, не предоставляя им при этом справедливого вознаграждения. В отраслевом профсоюзе заявляют об отказе работодателей подтвердить, что они будут защищать всех исполнителей от злоупотребления технологией. Акция протеста организована профсоюзом САГ-АФРА и гильдии киноактеров, ответственных за забастовку артистов в прошлом году. Тогда приостановка деятельности Голливуда обошлась экономике Калифорнии почти в 6,5 миллиардов долларов. И это все новости к данному часу. Всего доброго и до свидания.